Все, вот мы поставили эту штуку и накрутили бутылку. Все, зашибись. Не реклама, сразу предупреждаю. Дальше сюда мы втыкаем наш инжектор. Ну, как везде, ничего нового. И здесь будет у нас электронная часть. Электронная часть у нас чем интересна? Тем, что, короче, у нее есть сама ракушка, изменитель напряжения, то есть скорости вращения нашей ракушки, и два конца для подключения питания. То есть это может быть аккумулятор, это может быть питание от блока питания 12-вольтового. То есть здесь суть какая? Либо от домашнего напряжения, либо же если есть или нет возможности от домашнего, то от какого-то внешнего источника. Просто два конца. Ничего серьезного, ничего опасного. Крышки одинаковые, взаимозаменяемые. Сюда вот. Все, закрепили. Дальше. Ладно, хрен. Короче, смотри, фишка какая. То есть надо проветрить, ну или коптим, да. Вот поставили трубу. Если нам надо, допустим, проветрить, то здесь есть вентилятор, да. То есть если надо просушить или еще что-то, поставили вентилятор, точно так же запитываемся, допустим, отсюда. Чик, слышно? Ну или вот. Видишь, да? Крутится? Угу. Вот. Все, поставили, крутится. Все. Все счастливы. Здесь напряжение смотрим, какое у нас на аккумуляторе. В принципе, его там больше, чем достаточно вообще. Вот, все. Это раз. То есть, если сушиться не надо, то убираем вентилятор, просто ставим заглушку. А этот провод у нас идет отсюда до сюда. То есть вот. Завели сюда. Включились. Чик. Сюда. Вставили проводочки. Пим. Защелкнули. То есть, ну, сейчас дождя нет, то есть ничего страшного нет. Вот. Дальше этот проводочек сюда снизу просунули. Да? Эту штуковинку взяли. Сюда подключили. Чик. И смотрим. Вот, сейчас прибрали обороты на нолик. Мы пока будем делать закладку. Все. Это готово. Все, тоже закрывать полностью не буду, то есть пускай так будет. Все. Вот закрывает. И включаем нагнетатель. И начинаем запускать. Так, и смотрим в дымогар. Дымище вообще прям море. Так, здесь у нас крючочки. Выключим, пускай греется. Все, у нас сало висит. И что у нас, сыр, косичка, да? Угу. Записываем, что сейчас у нас 15:26. Да? Да. И закрываем. Дай. Это состояние огонечка, когда нет максимума скорости. А теперь максимум.
А теперь нет максимума. Затухает сразу. Максималки. Итак, из чего состоит наша система контроля температуры внутри коптильного шкафа? Первое, ну это некая сеть. Следующий это у нас термореле с термодатчиком, который будет установлен внутри шкафа. Сейчас температура, как вы видите, падает. И наш нагревательный элемент. Это у нас электроплитка. Смотрим. Температура у нас на термодатчике понижается. И при 28 градусах у нас включится непосредственно сам подогрев коптильного шкафа. Включился подогрев коптильного шкафа. Я его нагрею рукой. Так, нагреваем. При 30 градусах реле отключает питание. Можно установить любую температуру, но это для холодного копчения 30, для горячего можно 100. Удачи!